Каждый ребенок загадывает в Новый год то, чего больше всего хочет и верит. Его желание обязательно сбудется. 4-летний зареченец Лёва Крикунов мечтал о шведской стенке. Его мама написала желание на новогоднем шарике «Ёлки желаний». Это масштабный всероссийский проект, который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. На, Вася! Смотри, Лёвка! Вот будет классная! Мечта Лёвы сбылась. Для него новогодней волшебницей стала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарёва. Ежегодно проходит всероссийская елка желаний, и как раз все государственные служащие, муниципальные служащие срывают один из шариков и выполняют желания каждого малыша. Вот. Поэтому в этом году у нас мальчик Лёва, которому 4 года, и который загадал шведскую стенку. Этот спортивный снаряд очень нужен мальчику. Он позволит ему заниматься гимнастикой в домашних условиях. У меня ребенок очень гиперактивный такой. Мы постоянно занимаемся лечебной физкультурой, на ФК ходим. И, то есть, приобрели недавно батут, он, конечно, очень нравится ему прыгать. И поэтому, когда загадывали желание, и вот поэтому мы написали про стенку, про шведскую, чтобы ребенок дома был занят. И это очень хорошо развивает моторику. Никогда не переставайте мечтать. Любая мечта может воплотиться в жизнь. Главное – верить. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».